Портативный генератор кислорода, бытовой, китайского производства. Прибор может работать в потоковом режиме и в импульсном режиме. В потоковом до 1,8 литров в минуту, а в импульсном до 4,5 литров в минуту. Вес прибора 5,7 килограмма, мы вам продемонстрируем в дальнейшем. Обратите внимание, здесь кнопка у этого прибора находится прямо в самом низу. Вот она. Здесь вот сзади у нас отсек для того, чтобы можно было поменять фильтр. Тянем здесь за веревочку и меняем фильтр. Фильтр меняется примерно через 2000 часов работы прибора. Также у прибора есть увлажнитель кислорода, который устанавливается вот сюда, и соединительная трубочка. В комплекте идет, значит, вот такой шнур питания 220 вольт, зарядное устройство, автомобильный инвертор со шнурами, назальные конюли 2 метра и один или два аккумулятора. Паспорт на русском языке, но крайне неинформативный. Вот такая сумка. Сумка оснащена всеми необходимыми отсеками и карманами. Это продемонстрируем в дальнейшем. И вот такая вот транспортировочная тележка. Такая вот комплектация аппарата. Сейчас давайте мы вам продемонстрируем на весах, что у нас сколько весит, чтобы было абсолютно точно вам понятно. Итак, вес прибора видим. Ну и замерим вес одного аккумулятора, двух. Вот и фиксируйте для себя. Так, по прибору давайте продемонстрируем, как он работает. Ну вот на примере обычного шнура 220. Итак, как я уже говорил, кнопка здесь снизу. Включили, дисплей загорелся. В данном случае 4 часа – это уже наработка прибора. Включение – одна кнопка. Вот сейчас прибор работает в импульсном режиме. Перешли на потоковый режим. Ой, наоборот, перешли сейчас на импульсный режим. Импульсный – это значит, подача кислорода выдается только на вдох. 2,5 можно задать, 3,5 и 4,5 литра. И дальше этой же кнопкой можно перейти в потоковый режим. В потоковом режиме 1 литр в минуту, 1,5 и максимальный 1,8 литра в минуту. Все, сейчас максимальный поток идет 1,8 литра в минуту. Ну, вот эти две кнопки, по сути, это таймер. Через 30 минут прибор отключится и так далее. Либо просто часы, общее время наработки. Вот такой вот уровень шума. Ну, заявлено тут, по-моему, порядка 40 дБ, что, видимо, так оно и есть. Ручка для переноски. Так, отключается вот здесь. Слышите остаток потока? И, соответственно, кнопка, которая внизу.
Так, и сейчас продемонстрируем его в сумке. Итак, мы собрали сумку. Посмотрите внимательно, как что здесь у нас расположено. Ну, во-первых, сумка оснащена вот таким ремнем. Можно переносить ручкой. Всем необходимым, видите, отсек для увлажнителя. Здесь выход кислорода. Кнопочка у нас находится вот здесь. Видите, я ее нажимаю. Аппарат готов к работе. Сейчас он работает в потоковом режиме. Сюда, если дышать в потоковом режиме, заливаем водичку. Подключаем конюлик. Здесь, видите, тоже отсек, который можно использовать, чтобы шланг не болтался. Как здесь у нас все подключено, соединено? Вот здесь находится у нас инвертор. Видите, он подключен и помещен в карман. Здесь находится в этом отсеке аккумулятор. Вот он. И соединен с инвертором, через инвертор. К сожалению, вот эта вот часть шнура остается здесь болтаться. Тут уже ничего не сделаешь. Потому что, ну, в более дорогих моделях, например, американских, там, конечно, аккумуляторы, они прям встроены в корпус прибора. Вот. Но мы же понимаем, что там и вопрос цены совсем другой. Здесь же вот несколько унифицировано все сделано. Также обратите внимание, вот эти вот. Это для того, чтобы закрепить на транспортировочную сумку, тележку на колесах. То есть такой аппарат можно катать. Здесь, соответственно, все вентиляция. То есть, чтобы к аппарату приходил воздух. Ну вот, 5,7 килограмма плюс один аккумулятор, 1,2 килограмма. И вот такой вес. Ну, в общем-то, наверное, женщина сможет переносить такой аппарат. Важно ли сказать, что этот аппарат очень важен для тех людей, которые не могут без кислорода находиться длительное время, чтобы они могли путешествовать, взять его с собой в автомобиль, в дорогу и так далее. Один аккумулятор может работать до 2 часов и до 1 часа в таком самом максимальном потоке. Соответственно, 2 аккумулятора дадут до 4 часов работы, либо до 2 часов в максимальном объеме. Обращайтесь в наши магазины, мы можем вам поставить вот такой аппарат. Спасибо за внимание.